на улице Дмитриевской в Харькове. Уже много лет огражден дом с красивым старинным фасадом. С красивыми балконами. Очень необычным входом. Разрушается год за годом. Тихий майский весенний вечер. Улица Дмитриевская, Ярославская, сейчас в Харькове. Здесь меняют дорогу, асфальт. Заново перекладывают. Благоустраивают район, Гончаровку. А на Конторской улице продолжают реставрировать дома, реставрировать фасады. В последние годы, как мне кажется, улочка немножко преобразилась, стала почище и симпатичнее. На стенах домов на Конторской те, что недавно отреставрировали, такие симпатичные созвездия сделали. Честно говоря, я не планировал здесь снимать сюжет, к нему писать потом красивый большой текст, рассказывая вновь о Конторской. Сюжет уже на канале был. Но, оказавшись здесь, в этот раз мне показалось даже все как-то очень симпатично и как-то вот так на глаз лучше, что ли, стало. Хотя сыпятся, конечно, многие дома, но и другие отреставрировали. Вообще улица очень интересная, историческая. А это балкончик харьковской Джульетты. Шутка, конечно. Начали застраивать Конторскую. И там, и здесь новые дома построили. Маленькие, написано, продажа квартир. Все-таки очень же близко к центру.
Подписывайтесь на новые видеосюжеты. Всем удачи и всего хорошего!